И всех приветствую на своем канале, с вами я Сальтуха. Сегодня мы поиграем такую хоргушку с вами Closing Doors. Будем закрывать, короче, двери. Мы все что. Это вертикально. Так, мы видим, что. Короче, какие-то секреты. Бля, можно? Ладно, все. Так, ага, interact. Close the doors. Единственное, что понял я. Короче, я установил с. Короче, с новенького сайта, которого там тоже дофига много всяких интересностей. Hi. Я вот так вот сделал нормально. Ну ладно, до свидания. Это не мой этаж. Короче, скачал эту игрушку я с другого сайта, не с тех вообще, не со Steam, не откуда-то вообще другого, который я вообще с ТикТока нашел, во. Что там пацанчик такой, заходите на этот сайт, там будет демка, я такой, бля, интересно. Ну, учат. Я закрываю. Может что-нибудь? Ну я подожду. Никто не будет? Никому не надо? Ну ладно. Я закрываю. Я закрыл. Ладно, мы просто закрываем и едем вверх. Богу. Называется Ichio. И там была демка. Там можно на самом сайте поиграть и скачать. Я поиграл, ну там посмотрел. Опа. Кровяк или кто-то обоссался. До свидания. Не нужны мне сруднишки. Что сейчас нам чем удивить? Блять, кто-то идет. Пошел нахуй. Шайтан, как это. Деваха на каблуках. Цок, 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 цок. И я не могу закрыть дверь. Найн-найн-найн. Нет. Это точно не мой. Это не мне. Дрочи. А! Фак. Пока, лох. Извините, впервые за выходные. Где двери? Двери украли, понятно. Фига себе, чувствую, сейчас будто бы затыник кто-то жестко дунул. А чё тут так темно? Не, это точно, я не в таком бомжать не живу. Короче, пока что рассказываю. Оправдываюсь, почему? Блять. Зачем я оправдываюсь? Ладно, в принципе. Ладно, пофиг. Да, все равно, что скажу. Все равно пока. Тут просто ничего. Ти, вау! Спасибо, что ты поиграл. Если ты насредился, проверь релиз. Реутер скоро выйдет на Стиме. Ух, вот это меня. Фу-фу-фу. Короче. Я уже даже смысл даже, короче. Я не снимал видео, потому что я немножко устал, немножко сгорел. Я, короче, проходил со школы, ложился, посыпался в 4 часа, в 3, 5. Что-то там немножко. Что-то в компе сидел, потом опять в школу. И так и добить все вот эти вот дни, 3-4 дня сидел. Еще холодно, 30 с внешним минусом. Ну, короче, вот такая вот мини-игрушка, которая меня, сука, смогла напугать. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь. Ну, а с вами был Сатуха. Всем хорошего настроения, всем пока.